Хотите посмотреть, как выглядит чудо? Вот так. 211 миллионов рублей. Эту невероятную сумму удалось собрать в не менее невероятные сроки. Всего за месяц. Все эти деньги – помощь 10-месячному малышу из Нальчика. У Магомеда Тюбеева тяжелое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия первого типа. Это значит, что одна за другой отказывают все мышцы, в том числе и те, которые отвечают за дыхание. Такие малыши живут не больше 2 лет, а потом мучительно умирают. Спасение стоит невероятно дорого – 180 миллионов рублей. Чудо-укол препарата Золгенсма делают лишь за границей, и он официально признан самым дорогим лекарством в мире. Для родителей Магомеда это неподъемная сумма. Они объявили о начале сбора летом прошлого года. К ноябрю удалось собрать лишь 1/5, а потом сбор завис. Но оказалось, сердца людей еще не зачерствели. На новый призыв о помощи откликнулась вся республика. Такая атмосфера сейчас царит. Машаллах, табаракаллах, просто аж плакать хочется с мамой. Столько братьев, столько денег. Мало, такой баракат. Ну, здесь 2 машинки у нас. Одна для железных денег, другая для бумажных. Такой счет идет. Пачки, мешки. Просто каша. Это Малокарачаевский район. Благодаря фондам, волонтерам, духовному управлению и известным личностям о беде Тюбеевых узнали в каждой семье. Весь Кавказ сплотился в едином порыве – помочь малышу. И все благотворительные фонды, все организации, которые есть в республике, все подключились. Хотелось бы отметить, что в каждом районе, где есть свои инициативные группы, все сплотились. И сегодня нет ни одной там народа, национальности, который бы в этом уже не поучаствовал бы. И вот, наконец, радостная новость. Сбор закрыт. Всего за месяц было собрано более 180 миллионов рублей, а общая сумма составила 211 миллионов. Все средства, которые собраны сверх необходимых маленькому Магомеду, будут переданы на лечение других больных детей. Так что чудеса случаются, по милости Всевышнего. Главное – верить и не опускать руки.